Ульяновский региональный информационный центр временно прекращает свою работу в пунктах приема граждан и переходит на удаленный формат взаимодействия. Услуги можно оплатить через личный кабинет rizul.ru. Кроме того, работает колл-центр по многоканальному телефону 73 51 51. Можно получить консультацию, задать вопрос и внести показания приборов учета. В электронной почте можно отправить документы, там на перерасчет, к примеру, или еще какое-то заявление, в том числе для управляющей компании. Да? Что личный кабинет у нас существует мобильная версия для iOS и для Android. Значит, в соответствующих приложениях вы можете скачать абсолютно бесплатно. Также с 24 марта возобновилась оплата через Сбербанк онлайн. Оплата за жилищно-коммунальные услуги, то есть теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, капитальный ремонт, содержание, ремонт жилья. Горожане в целом поддерживают меры предосторожности от коронавируса. Когда большое скопление народа, это все-таки убережет нас в какой-то мере. Поэтому я считаю, что правильно. Лично для моей семьи никаких проблем нет. Мы за квартиру заплатили, мы всегда платим где-то до 15-го. Кстати, сегодня в региональном правительстве рассматривали возможность объявления долговой амнистии для льготных категорий граждан по оплате за жилищно-коммунальные услуги.